Лили готовится. У Лили воинственные, вольные такие, да, сейчас и музыка посмотрим. Такая соответствующая. Угу. И сейчас в духе времени, да? Ей, да, ей Лили, самое главное, чистоту показывать. Лили, два блока. Ух ты, вин добавила еще, ничего еще себе. Ну, правильно она делает, потому что ей она видит, среди кого надо выживать. И два бланжа здорово. Повторяю здесь. Уже. Ты посмотри, как прямо ее подзарядили. А подзарядила ее вот эта юниорская команда. Ну, я ее так вы знаете, Лид Гаврил, да, сейчас мы дальше посмотрим. Но я вот был на заключительной контрольной тренировке на озере Круглом. Да. Конечно, это просто небо и земля работали Лили здесь и на контрольной тренировке. Это очень радует. Конкуренция заставляет, как никакой другой допинг, шевелиться. Молодец. От виста, здорово, молодец. Здорово. Здесь она, конечно, самую сложную акробатику показывает из всех спортсменок, присутствующих вообще на чемпионате, на Кубке России здесь. Молодец. Она должна чем-то отличаться. Она должна хотя бы этим немножко себя поднять и показать им, что она стоит. Вдохни, отдохни немножко. Хоть это уже тоже можно придраться, но... Здорово. Шикарно. И как она легко прыгает. Да, Мин, я просто поражаюсь, честно говоря. Акробатики, что сейчас показала на Махаимова. Умница, поздравляю, она поддержала так, здесь повороты вот эти, и здорово, и отлично. И удался. Отлично. Все удалось, молодец, поздравляем. И прям приятнейшее впечатление оставила.